Всем привет! Давайте отправимся на рынок и посмотрим, какие цены на овощи и фрукты. Идти недолго, видео будет небольшим. Сейчас будем проходить типичный поворот на данном замечательном острове. Перед каждым таким крупным поворотом транспортные средства сигналят, чтобы убедиться, что никто не едет. Можете посмотреть. Буквально через пару минут мы выходим на главную дорогу данного района и двигаемся вдоль дороги. Как видите, тротуаров как таковых нет, потому что все передвигаются на машинах, на мопедах. Мы прогуляемся сегодня пешком и посмотрим на рынок и на улицу. Кстати, ребята в зеленых жилетах, это компания GoJack, доставка и такси. Можете заказать продукты, могут вам привезти любой товар из магазина. Также могут вас доставить в любую точку, если у вас хватит денег. Только что проехал зеленая жилетка, это вот и был GoJack. Здесь у нас продают птиц, попугаев, рыб. Вот эти две рыбы с Амазонки. С продавцом я познакомился. Он мне рассказывал про своих питомцев. Идем дальше. Здесь можно взять мотоцикл или мопед на прокат. Вот такие есть экземпляры. Ну и подешевле. Рядом находится мастерская. И вам помогут починить, если вдруг он у вас сломается. В магазинах чуть поменьше этого можно купить бензин в бутылке. Они будут находиться вот там. Также чуть ниже будет заправка. Поэтому передвигаться на мопеде в принципе комфортно и удобно. Вот еще один сервис по аренде мотоциклов. Экземпляры здесь вот такие. Прикольно такой мини-мотик. В среднем аренда мопеда в сутки стоит 150 тысяч индонезийских рупий. Это где-то в районе 1000 рублей. Нужно 150 умножить на практически 6. И вы получите плюс-минус цифру, сколько стоит в сутки мопед. Идем дальше. Где можно купить бензин помимо заправки? Так это вот в таких небольших магазинах. Продукты, кофе, лапша, чипсы, пиво, даже местный самогон Тувак и бутылки, канистры с топливом. Подъезжайтесь, заправляйтесь.
Я иду на рынок за фруктами. Беру вас с собой, чтобы вы увидели и услышали, сколько стоят фрукты за границей, сравнили со своими магазинами. Понятно, что у вас будет дороже, потому что их нужно доставить в нормальном качестве, чтобы вы их могли купить, чтобы они не испортились. Но все же, вы увидите рынок в той стране, где эти фрукты произрастают. Я беру вас с собой, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, какие фрукты, какие овощи, цены, на что вас интересуют. Сниму, покажу, переведу. Сейчас вам покажу, как используют еще местные мопеды. Например, вот так. Из них делают передвижные магазины, передвижные любые торговые точки, могут продавать продукты. Там установлены газовые печи, прилавки, охладительные приборы. Вам могут сделать мороженое, могут пожарить курицу и прочие ништяки. А вот такой сегодня у нас курс. Как вы видите, рублей вообще нет. Идем дальше. А вот это привычная картина для острова. Большое количество туристов, местные жители, мопеды, автомобили. Всем места на дороге не хватает. Как вы видите, дороги небольшие. Однополосное движение. А вот так привозят топливо, кстати. И вот такие пробочки тут частое явление. Все ждут, чтобы объехать и проехать. По дороге не пойдем, пойдем по тротуару. Это, кстати, пробка на заправку. Видите, такая движуха, чтобы попасть на заправку. Давайте пройдем через заправку. Посмотрите, как это выглядит. Вот такая тема. Топливо стоит. Непонятно, сколько оно стоит. Сюрприз потом. Вот здесь. Вот такие пробки. Для того, чтобы заправиться. А мы идем дальше на рынок. Давайте еще маленько улицы. Совсем скоро начнется рынок. Так как на обратной дороге я снимать не буду. Руки будут заняты. Возьму там пару фруктов. Только что заказал пиццу. Поэтому снимать не на что. Держать камеру нечем. Наслаждаемся улицей сейчас. Ну, собственно, рынок уже начался. Кокосы. Бананы. Местные блюда. Курица, рыба. Все это прикольно, вкусно. Так выглядит рынок. Пойдем посмотрим на фрукты и ананасы. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Кто знает, что это, пишите. Вот, кстати, лайм очень дешевый.
Hello. Get up, Yodanya. 28. 28? One. Yeah. Okay. Сейчас расплатимся. В общем, пришлось его вернуть, продавец обманывать не стал, там сбоку точка, сказали, нехороший. А что бы сделали в ваших магазинах, в вашей стране? Продали бы или сказали бы, лучше не бери? Вот, кстати, киви. Давайте узнаем цену на киви. Excuse me, дирапу киргане, 1 кило. 90 по кило. Окей, с Милан Пулу это у нас получается 90 тысяч килограмм. 90 тысяч умножаете практически на 6, получаете цифру в практически 600 рублей, чуть меньше. Давайте пойдем дальше, посмотрим ананасы. Я, кстати, ищу дуриан. Дурианов сейчас нет, не сезон. Такие здоровенные кокосы. Вот моя рука. Что за фрукты по маленькие? Даже не знаю, что это такое. Вкусно оно или нет. Здесь был прилавок, уже закрылся. Вот эти ананасы классные, с этой наклейкой. Они мягкие, сочные. Сейчас узнаем цену. А, дыра покерганя. One. Окей. Тигапулу. Это 30 тысяч. Умножаем на 6. Получается чуть меньше 180 рублей за штуку. Сейчас информация для тех, кто планирует отдых на Бали, либо уже находится здесь, и кто ищет место для своей ночлежки. Могу вам порекомендовать виллы. Какие это виллы, их месторасположение и цены. Подробную информацию ищите в комментариях. Я оставлю ссылку на сервис Google Maps. Там перейдете на данные виллы, ознакомитесь с ценами, с месторасположением, телефон, сайт, почта. Все это имеется. Переходите, смотрите, бронируйте, живите в кайф. Макаси. Вот, меньше 180 рублей. Вкусный, сочный ананас. Был приобретен на рынке. Давайте узнаем, сколько стоит такой манго. Мягкий? Вот манго хороший, тоже мягкий. Ну-ка. А верапа киргания манго? 2 тутуджу. 1 кило? Или 1 пикс? 1 кило. А, 1 кило. Ну вот, 27 тысяч килограмм манго. А, манго резат? Резат? Yeah. Окей. Давайте возьмем парочку на пробу. Посмотрим.
побитый какой-то, такой брать не будем. Возьмем такой, сегодня его съедим. Вот хороший мягкий манго. И вот такой здоровый возьмем. Да, вот сочный. Рассмотрим, сколько будет стоить два манго. Вот сейчас берем манго. Ну, два манго обошлись 24 тысячи. Умножайте на практически 6 макаси. Получается чуть меньше 120 рублей. Два вот таких здоровых манго. Мягких, сочных. Без всяких химикатов, без заморозки. Спелые и ананас. Потратили около 400 рублей продуктов на пару дней. И все, выходим. Я еще решил взять папайя. Такая папайя будет стоить всего лишь 12 тысяч. Это чуть меньше 60 рублей. Вот наши сегодняшние покупки. Ананас, два манго и папайя. Цены видели? Все обошлось в районе 500 рублей. Даже чуть-чуть меньше, чем 500 рублей. Это я так уже с преувеличением. На самом деле умножать надо не на 6, а на 5 с копейками. Но все равно так проще считать. Теперь идем за пиццей. Рынок у нас здоровый, идет туда, он вглубь и направо еще далеко. Вот такой пакетик. Сюда приходят как местные, так и туристы, импаты. И затариваются. Это дешевле, чем в некоторых продуктовых магазинах. Идем дальше. Надеюсь, наша пицца уже готовилась. Жизнь на острове, как вы можете видеть, асфальт в идеальном состоянии, чего не сказать о называемых тротуарах. Не везде они есть, и там, где они есть, они не всегда в хорошем состоянии. А вот наша пицца, поэтому сейчас будем отключаться. А вот так выглядят в отношении к богам. Еще не готова, еще есть время, можно погулять, посмотреть. Давайте местного колорита, местных улиц. О, все, окей, макаси. Все, goodbye. Вот две пиццы. Так называется. Кому интересно, можете отсканировать QR-код, посмотреть менюшку и локацию. Ну и все. Идем дальше. Сегодня на ужин будут пара пицц и фрукты. Такие звуки издают грузовики. Остров развивается, строится, поэтому местами можно встретить стройки.
вкусная кафешка, ресторан, точнее. Вкусные блюда, уютная атмосфера, тишина, кондиционеры. Дорогая обстановка. Называется вот так. Будем протискиваться. Можно идти. Так тут двигаются пешеходы. Обойдем заправку еще раз. Потому что выходить уже на середину дороги — это как-то перебор. Вернемся. Не пролезем, здесь пролезем. Опа. Кстати, хэштег «сказочное Бали» — это неправильный хэштег. Надо писать «сказочный Бали», потому что Бали — это название острова. Вы же не говорите «сказочное Сахалин». Поэтому, если хотите выражаться правильно, писать правильно, пишите «сказочный Бали». Опять-таки стройка, парковка, массаж, заправка, магазин. Вот так выглядят указатели. Массаж, заправка и разные бренды. Идем дальше. Я думаю, можно отключаться. Прогулялись, небольшая запись. Посмотрели, какие цены на определенные виды фруктов. Если я пойду еще раз туда за овощами, то там уже подсниму вам цены на овощи. Ну, поверьте, они такие же невысокие. Единственное, что сопоставимо, это стоимость куриного яйца. Почему-то она стала весь подороже. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, были ли вы на этом острове, планируете сюда поехать или нет. Все зависит от вашей обратной реакции, будет интерес, будут и дальнейшие ролики и приключения. Ну а пока, пока, небольшой подъем. Напишите в комментариях, интересно ли вам посмотреть, как живут местные жители, не туристические районы. Не отели, не виллы, а именно жизнь простого индонезийца. Как выглядит его дом, его быт,
чем он питается, какая семья. Если это интересно, пишите, нужна обратная связь. Тогда я схожу, сниму и покажу.